Гигант! 4 гиганта, мать их! Смотрите, гиганты! Приветствую вас, дорогие друзья, я Донис, мы продолжаем проходить рот. Это дракон за стеной, и мы продолжаем испепелять твари. Посмотрите, сколько тут кушанья всякого. Мы только что спалили 300 врагов, 300 с чем-то. Теперь поехали-ка мы вот сюда, 648. А уж потом на 1000 замахнемся. Может, они вместе соберутся в тварский мегазорт? Давайте, ребята, вместе, может быть. Ладно, 600 нам хватит пока что. Ой, what are we here? Они даже вроде не убегали. Ха-ха-ха, прям предвкушаю. Так, но лучников надо все равно выставлять. Кстати, карта такая же, как там была в предыдущей битве. Все, погнали. Стрелкам кушанье раздоли. Они довольно близко появились, смотрите. Пойдем вот так пока что напрямик. Не сворачивая. Ой, лучники там валят. Слышите эти звуки? У них щитов же нету. Какое же кушанье-то прекрасное. Ядрить. Я еще уровень получил. А, по-моему, там я не прокачался. Пипец. Давайте разгонимся. Дадим немножко поработать нашим стрелкам. У них сегодня тоже раздолье. Как же хороши эти твари, идеальные. Это был настоящий каток. Они еще идут. Ну пускай, причем уже не бегут, еле идут. Пускай идут, пускай. Даже никто еще не побежал у них. Сколько я уже перебил? 376, пускай подходят. Наши лучники поработают. Warriors. А, то вам неудобно стрелять там. Дадим передохнуть, подготовиться к смерти. Поскакали. Блин, остановили меня! Но дракон все равно дальше пошел. О, там уровни получают все. Красота. Оу май. Идеальные враги. Я могу в спину прямо себе стрелять? Разворачиваться на 360 градусов, что ли? Ну-ка, вот назад. А, не совсем. Как же хорошо все прокачиваются-то. Блин, какая красота. Пожалуй, это самая мясистая модификация из тех, что я видел. Тут они опасно подходят. Нашим стрелкам. Отходите назад, ребята. Блин, застопорили. Автокомандование. Никого не отпустить, всех догнать и перебить. Все, пускаем всех в атаку. Хорош. Я же их роняю, еще не убиваю вдобавок. Дракон-поработитель, Слэйр. Вот так. Тут разные войны, у них три, я так понимаю. Один обычно король ночи. Обычные холопы и с двуручным оружием, более серьезные. Посмотрите, сколько мы набили тут. Ядрить. Вот это дракон, я понимаю. Серьезная штуковина, да? Я думаю, этот дракон уже больше меня полюбил, чем мать драконов. 561! Ну, это рекорд. Такого я никогда не делал.
Охренеть. Все, всех добили. Пленники. Было бы куда вас девать. Ну, короля ночи мы возьмем, конечно же. А этих придется выгнать. У него не очень хороший этот меч. Давайте ему лучше бородовидный топор дадим двуручный. Он и быстрее, и урон выше. То, что надо. О, прокачали сколько ребят. Тяжелых конников, всадников. У нас очень сильная сейчас армия. Хотя это и не требуется. Так, прокачаем своего персонажа. 5 очков концентрации и очков характеристик. На энергию, наверное, да? Давайте сначала энергию. А потом контроль. Ну, давайте обаяние. Сюда впихнем очки концентрации. Вот так вот. Так, дальше. Давайте искать кого-то повкуснее, побольше. 900. Прикольно было бы, чтобы они разом сразу все собрались. В Мегазорда. Было бы весело. 992. Вот хочу их огулять. Давайте-ка, ребята. Сохранимся на всякий случай. Тут всякое может быть. 900 это уже не шутки. Дракона огулять могут. Ай, what have we here? Они... О, они собрались. 1000! Тут подкрепление будет. О, боже мой, как же классно. Просто давайте смаковать, наслаждаться этим. Мы этого заслужили. Долго прокачивались, страдали. И вот оно. Так, я не выставил никого. Лучники, лучники. Давайте вот сюда. Конные стрелки. Блин, тут вам неудобно, конечно. Давайте сюда. Остальные просто... Стойте. А эти самые ансалит, они могут метать копья? По идее, должны. Все-таки такого высокого уровня солдаты. Вот она, орда. Практически атака зомби. Нашествие. Вот так. Ох ты ж ядрить. Твою мать драконов. Холера. Я, получается, отец драконов. Батя. Адонис, батя драконов. Хорош. Меня остановили, собаки. Пипец. Слышите эти звуки? Это же попадает, наверное, наши по ним. Хорош. Отойдем немножко. Пускай они оклемаются. Тут нельзя слишком быстро это делать. Так, знаете, хорошее блюдо надо потихонечку кушать. Наслаждаться. А у них еще стрелков нету. Ну как положено. Орда зомби. Вот эти топористы. Серьезные ребята вообще-то так. В ближнем бою они могут кустинувать показать. Но не против дракона. А давайте пехоту тоже выставим. Вот. Вот так вот. Чтоб они копья пометать могли. Копья же это тоже серьезная штука. Смотрите, как наш встречает их. Блин, не туда я заехал куда-то. Это плохо. Это плохо. Сейчас они подойдут. Давай, коняшка. Давай, дракошка. Вот так вот. Все, давайте автокомандование. Вот, это уже поинтереснее. Хорош, идем на помощь. Вот так вот надо. Еще сражается, ты смотри-ка. Хорошо у наших тут побили. Ну, твари. Вот так вот. Через коней я пролетаю. О, хорош. Все. Обратили в бегство. В
дали проявить своим ансалидам себя. Ансалиды — это вот прямо идеальные соперники. Ты смотри, кто бежит. Так, его нельзя убивать. Вот. Его слейть надо. У меня будет свое войско королей ночи. Так, давайте просто попробуем. Если они в меня вбегут, то тоже подохнут. Да, просто бегут и умирают. Идеально. Мне нужно больше врагов. Против дракона надо, чтобы 1010 было. Ну, 1005, я думаю. Тогда будет реально сложно. Придется попотеть так. Не, все, что меньше, это несерьезно. Они еще воюют, ты смотри-ка. Они еще воюют. А, подкрепление. Это подкрепление пришло, я совсем забыл. Тут не все так просто. Застрянем сейчас. Да, самое страшное — застрять. За этим следить надо. Дракон на севере. Да, это, наверное, вот правильное самое сопоставление произведения. То есть юг против севера. На севере вот эти вот твари, на юге драконы. То есть они созданы, чтобы воевать друг с другом. Инь и янь. И не сказать, что драконы — это совсем добро, да? Может, и эти твари тоже не совсем зло. Что там Джордж Мартин хотел нам сказать? Мы про них мало знаем, на самом деле. Хотя зомби редко когда хорошие бывают. Ну что? Добивки. Ну давайте, пускай они добьют. Добивка вообще — это идеальная прокачка. Враг не сопротивляется. Режь — не хочу. Получай опыт. Все. Посмотрите, у нас немало потерь, кстати. Немало убили прямо. Адмирал речных земель. О, у нас какие ребята есть. Вот, ансалит больше всего потеряли. 15 человек. Купим. Тут воинов тем более сколько всяких. Король ночи, конечно же. Я их коллекционирую. Отбираем лучших ребят. Тут ночного дозора много всяких. Наездник из светящихся знамен. Ну, не самый крутой, кстати. Ну, возьмем, ладно, нормально. У нас стрелков маловато, против них очень они хороши. Вот у них, кстати, эти бородовидные топоры. Качественный выпал. О, это очень хорошая штука. Джейми, на-ка тебе. Это вещь прямо. И он после загрузки такой же останется, кстати. Так, я еще уровень получил. Контроль прокачиваем. Ох, сейчас мы прокачаемся. Какой у нас уровень в ванильном баннерлорде? Метательный, одноручный немножко прокачаем. На турниры где-то может помочь. О, Дынька прокачала луки. Нифига себе, уже 153. О, Брон прокачал разведку. Это же важно, он у нас разведчик. Как лидер отряда все. А он не лидер отряда. Ищем следующую жертву. У нас воинов не так много. Пленников идем многовато, да? Надо кого-то выгонять. А, мы, кстати, их укрытие еще не смотрели, да? Давайте попробуем зайти. И посмотрим, будет ли использоваться дракон. Но я ставлю, что нет. Pick your target! А, то же самое, что и в лесу. Лесные бандиты такие. Keep close! О, сразу бегут все, нифига себе. Вот это да, опасный. С двуручным оружием. Дынька первая самая бежит, ишь ты. Вун-вун, конечно же. А босс тут будет король ночи? Было бы логично и прикольно. Ой, все.
А их не сразу убивают, то есть у них броня какая-то неплохая или жизни много? Не, урон там был меньше 100. Броня, видимо, хорошая. Ну-ка, да-да, король ночи, секиры, нифига себе. Короткая, но серьезная. Ну что ж, вот мы и встретились. Ого! Ого, реально король ночи. Он очень крут. Очень крут. Ух ты! Самый сильный враг из всех. Супер прокачанный. У нас такие есть в плену. Если мы их себе возьмем, то это будет круто. Очень хорошо воюет. Чуть не огулял меня. На 39 я прокачал урод двуручным оружием. Опять куча воинов тут. То есть тут весело на севере воевать. Можно много людей терять, и равно новых получишь. Берсерк Тен. Лист такой тут. О, он прокачивается круто как. Обаяние качаться пошло, ты смотри-ка. А отношения улучшили, потому что да-да-да, логично. Нам бы в город какой-нибудь. Давайте съездим. Суровый дом тут есть, самое ближнее, да? Поехали, поехали, нам надо. Они могут напасть или убегают. Да ладно, убегает от нас. Видимо, слухи дошли. Мартел так и не доедет, я думаю. Он тут не проберется через врагов. Его гуляют скорее. Я думаю, что тут очень выгодная торговля будет. Прям безумно. Тут торговцы особо не ездят. Волк нарисован в таком скандинавском стиле. Они обычно с такой пастью рисуют. Рисовали. У них рыбы тут, ох, сколько. Рыбу закупать супер выгодно. Сир Бенфри счастливчик? О, как. Ну, ничего особенного. Ну что ж, поехали дальше. Квентин Мартел, бедолага, едет. Как ты пронесся тут мимо врагов? Теперь у нас солидная армия. Обаяние я прокачал, о как. Кузницы работая. Ну давайте вот это, самовыдвиженец. Известность при победе на турнире. Боевой дух в осажденном подконтрольном поселении. Ну, такое, но пускай будет. Тирион уровень получает. А это важно, потому что Тирион у нас занимает важную должность. Он у нас интендант. Прокачиваем интеллект. Странно, что у него интеллект такой низкий. Если бы я эту модификацию делал, я бы сделал интеллект ему десятку. Типа имбалансно, ну ладно, тут много имбалансных моментов. Тириона, ну ладно, не десятку, но уж какую-нибудь там восьмерку где-нибудь. Не будем далеко ходить, 323 нормально пойдет. Да, у меня проблема. Руки чешутся. По-моему, тут бесконечно можно так воевать, кайфовать. Ну что, дракончик, разгоняемся. Возможно, лишний тут напарник этот. Мартел. Без него было бы веселее. Поменьше наших. Побольше врагов, значит. О, боже мой. Давайте по-быстрому попробуем выпилить их. Вообще без ожидания. Ох ты ж. Ядрить. Они даже если бежать будут на дракона, и то передохнут. Где там наши ребята, вон. Берем разгон. Один уже все, не сдержался. Хорош. Ты смотри-ка, он не всех прямо убивает. Все, давайте, автокомандование. Чтоб этих догоняли тоже уже. Пипец.
Я еще до конца не понимаю, какой шириной он их давит. Но достаточный. И так им баланс-то. Я бы уменьшил урон. Чтобы хотя бы не с первого раза убивал. Ну там, не знаю, по 10, по 20 урон. Было бы нормально, чтобы он их просто раскидывал, но не убивал. И это было бы сбалансировано, согласитесь. А прям по 300 урона, что это такое? Это еще с огнем не разобрался. Все. 312, охренеть. Жаль, я больше коня не могу прокачивать. Ну, уровни могу штамповать себе. Влияние 51, нифига себе. Гигант! 4 гиганта, мать их! Смотрите, гиганты! Шестой класс, да? Но выше тут нет просто. Ух ты, оружие молот Роберта Баратиона. Ядрить! Вот это джекпот! Боец племени вольного народа, тоже серьезный чувак. Ну все, остальные у нас и так хорошие. Но надо больше, больше врагов. Я уровень тут не получил. Не после каждого боя. Давайте, ублюдки, собирайтесь вместе. Рок ноги. Я думал сначала руки-ноги. Поехали на самый север, куда-нибудь в Тен. Жаль, у них замков нету. Раз у них нет замков, то давайте отпустим Мартелла. Нафига он нам тут нужен, правильно? Только мешается. Он ехал столько времени, теперь обратно уходит. Без него легко. 558, ну вот, хоть что-то. Скучно эти 300, вообще фигня. Эй, hey, what you got? Да. Выше целиться надо, чем на коне. Хорош! Еще уровень, вот он. Чуть-чуть тогда не добрал. Сволочи. Интересно, кстати, за людей застенных начать. Не за тварей, за обычных. Им тяжело тут приходится. На замке, я так понимаю, они не штурмуют. Хотя было бы круто. Зараза, я застрял! Уж двух деревьев, и они меня насилуют. Что это напоминает? Какое-то театральное произведение. Так, ребята, отходим. Давайте все отходим назад. Хрена в собачьем. Сейчас дракона гуляют. Не все так просто, видите? А будь их несколько тысяч, будет вообще круто. Ну там самый смак. Главное в деревьях не застревать. Иногда они стопорят. Я не знаю как, не понял до конца, но бывает. Сейчас обратим их в бегство и добьем. Хорош. Все, давайте, ребята. Автокомандование. Ну вот так вот. Один знаменосец. Как так получилось, что ты один тут? Мне нравится, что даже кони свои не мешают ему. Ну-ка, вот так вот. Вообще пофиг. И плохо, что они не атакуют. То есть они просто на севере где-то ходят. Было бы круто, чтобы вот они шли волнами, прямо все захватывали. И мы отбивались бы, замки защищали. Вот это было бы классно. Но это всего лишь четвертая модификация. Четвертая версия этой модификации. Возможно, дальше будет круче. Ближе к нашей мечте. Все. 444 наквасил. Луки прокачал на 3, я особо и не стрелял там. Едем дальше на север. Посмотрим, как там люди живут. Ну, там 600 еще. Давайте-ка не пройдем мимо. О, что-то случилось. Ну-ка. Мир.
Долина, это мы знаем. Мятежники из Черная вода. Фигня. Это все неинтересно. О, тут штурмует кулак первых людей. А давайте посмотрим, а кто штурмует? Может, твари? Если твари, то очень круто. Я прямо счастлив буду. Непонятно, что там вообще происходит. Кто там? Уже не штурмует. Все, отбились. Зараза. О, они собрались, тварский мегазорд. Короля ночи тут нету. Идут. Холера. Сейчас мы вас встретим, как положено. Вот так вот. Без дракона тяжело, конечно, было бы. Они, ребята, непростые. Вроде наши хорошо там встречают их, стреляют. Но... Так, все, назад. Видите, вообще не просто, ни хрена. Шилдволы в атаку, ребята. Конница, автокомандование. Да блин, я застрял. Конные стрелки. И кого этому автокомандование? Нет. Вот так вот. Ой, тут мясо. Бум-бумы там работают. Теперь у нас не один. У нас много великанов. Смотрите, отряд великанов. По сравнению с драконом, это уже не великаны. Все, победили. Но не без потерь. Они не слабые, видите? Эти зомби. Морозные зомби. Великаны хороши. Говорят, в этих поселениях можно купить великанов северных. Сейчас посмотрим. Да, блин, застрял. Все, наконец-таки, 331. Бронко всегда лучше всех. А нет, Дейнерис лучше. Ты смотри, вот дает. Семерых перебило. Вообще все молодцы. Тут им раздолье. Немножко потеряли, смотрите. 19 человек. Ну, благо тут есть замена. Кого тут только нет. Так, пленники. Два короля ночи, ого. Блин, слишком много. А мы сейчас посмотрим. Там количество увеличится. А, у нас перевес. Надо ехать торговать. Ну и хлам раздать можно. Нифига себе, какое все дорогое. Ну давайте Дейнерис прокачаем контроля, раз она так хорошо из лука стреляет. Надо ехать торговать. Едем в Тен. На самый крайний север. Вот непонятно, что тут было. Штурм от твари? Все-таки они это делают? Тогда круто. Я бы поучаствовал в такой обороне. Там очень мясисто. Петухов огуляли, видели? Сурово. Не любит тут петухов. Смотрите, 500 человек и не напали на нас. Уже боятся. Так, вот, Тен. Жаль, ничего особенного не продается. Круто было бы на самый север приехать, и какая-то супер крутая броня, ледяная. Зачарованная. Коней у них нет, во многих городах нету, кстати. Самое дорогое зерно, сколько вот я помню. Мы по 6 покупали. Ну, кстати, из-за зерна у нас и перевес. У них особо ничего и нету тут. Ну что, поторговали? Так армию распустить-то надо. Сам с самим собой. Клыки Мороза, поехали туда посмотрим, как там дела. А, нанять великанов, посмотрите, я хотел.
Не, тут не великаны. Великаны где-то в деревушке вроде говорили. Или это не в этой модификации? Короче, знать надо. 500, вот. Сложно мимо пройти. Эй, you... О, новая карта, кстати. Я... Откуда я должен лечу? На холме стоял. Что, лучники, еще не можете стрелять? Тут они издали идут. Успеть хорошо настреляться. Так, давайте. Сюда. Почти назад выстрелил. Стрельба тут, это не самое важное. Охренеть. ДПМ бешеный. Тут скорее говорит ДПС. Damage per second. Ну все, охренеть. Еще не бегут, ты смотри-ка, молодцы. Стойкие ребята. Еще один уровень, прекрасно. Теперь этого персонажа будем брать в следующую модификацию. Он, по-моему, уже круче. Все, давайте автокомандование, ребята. Как вы хорошо убегаете в линию прямо. Дубинкой я, наверное, не дотянусь, да? На тут... Бесполезная. Ну а смысл ей? Все. 470. Кстати, прокачались еще неплохо. У нас минимум 5 класс. Ну это тоже прокачается скоро. Берсерк Тен. Тен это же тоже такой народ. Особый северный. Почти как великаны, что-то среднее между обычными людьми и великанами. Они больше интеллектом особым отличаются. У меня еще один серьезный уровень. Очко характеристик. Так, скоро мы вообще идеально прокачаемся. Лук у нас дальше все прокачан, поэтому контроль давайте. Клыки Мороза дальше у нас. Кулак первых людей, это тут оборона тогда была. Ох ты, вот тут бы поучаствовать в обороне. Как в книжке. Там right такой экшон. Они напали! Они сами напали! Ой, молодцы, спасибо вам, ребята. Это такой прям подарок приятный. 786, какая прелесть. Ай, красота. Какие все-таки они молодцы. Они близко начинают к нам. Это опасно. Для них. Ага. А, мы не все здесь. Ну что, дракончик, разгоняйся. Сколько у нас тут? 5 вун-вунов. Мясо. Кайф, так, не застрять бы. Что-то забыл. Ах ты ж, заразы! Может быть, не все так просто. Зараза, все отходим, все назад, все. Я не нажал, разве? За меня гуляли, что такое? Ай, журнал боя, блин, открыл. Назад, назад! Ой, сейчас срака будет. Блин, вот попа. Футмен, встречаем их. Конница. Конница, обходим.
Это у нас тяжелый бой получается. Конные стрелки, автокомандование. Сейчас дракона охуляют уже. Пипец. Держим строй. Держим строй, мать вашу. Конница. Вот так вот. Конных стрелков уже охуляли у нас. Что за жесть? Вот это попа. А у них еще и подкрепление. Не все так просто, видите? Зомби палец в рот не клади. Откусит. Еще попросит. Хорош. Ну что, все, добиваем. Все в атаку. Не жалеть никого. Да, мощно нас тут прилупили. Я журнал боя открыл, зараза. Враг бежит. Но зато пехота себя проявила. У нас там классные ребята. Ансалиды. Вунвуны. На, она вся немножко убежала. 401 гулял. Мясо. А, я помог Квентину Мартеллу, он тут оказался. А, или он в плену был? Он, наверное, был в плену. Все. Возглавьте отряд. А, сейчас дадим ему под командование кого-нибудь. Давайте караванчиков всяких. Немножко ансалидов. Ну, вот так вот. И воинов тут пипец сколько. Сейчас ему передадим. Берем всех. Короли ночи. Ух ты, так, Квентин. Ну, давай, Квентин. Your lord. И пленников ему можно отдать тоже, кстати. Так, ну совсем шваль всякую мы не будем передавать. Ну, от караванщиков. Кавалер потного холма. О. Неплохие ребята. Вот так вот. Стальных выкинем. Пленников еще можно передать. Затарил по полной программе. Надо все равно выгонять. Денерис как качается хорошо-то. Блин, смотрите, каких ребят выгонять приходится. Офигеть, я мог бы ему передать, кстати. Квентину. Давайте передадим 7 человек. А пускай он сам выгоняет, правильно? Я думаю, он справится. Ну, какой довольный. Отношение 5 всего? Нифига себе, я тут спас тебя, подкормил. 909, мать драконов. Ну а это уже следующая серия, это заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую, до встречи, оставляйте комментарии.